Всем привет! Я мама сегодня. Готовлю вкусняхи всякие, которые мама вырастила на своем огороде. Сейчас вам покажу. Таня накопала картошки. Это тоже свеженькая. Картошечка, кабачок. Так, кабачок тут у нас. Тушится рулька. А я сейчас овощи. У меня тут перчик. Перчик, помидорчик. Салат сделаем из огурцов с помидорами. А овощи, кабачок, перчик мы запечем в духовке. Будет вкуснятина. Кабачок прям буду кусками крупными вот так вместе с кожицей резать. Я его потом с солью, со специями. Видите, прям так по сантиметру, нормальными такими большими кусками. И вот так на 4 части. Видите, у меня вот такие кусочки получаются. Я их прямо вот сюда в чашечку. Лук крупный. Картошку, она свежая, только на кухне, только мы ее подкопнули. Я ее поскоблю немножечко, даже вот не буду до конца чистить. На 4 части тоже порежу и сюда. Вот такими кусочками кабачок делаю. Вот видите, почти целый тазик у меня кабачок весь этот большой ушел. Стрелки чесночные, тут чеснок уже начал немножко. Не углядели. Сейчас я сюда покрошу все это дело чесночное. Чесночные стрелки, которые не углядели. Ой, какой запах. Вкусняшка будет сейчас. Картошка свежая. Прямо вот так вот ее поскоблю. Сейчас. И тоже на 4 части. Я мелкую даже не буду разрезать. Так кину на противень. Видите, он прям шкурка вон сама летает. Свеженькая молодая картошечка с маслечком, с укропчиком, с чесночком. Ой, сейчас будет вкусняшка у нас. Так, Тимур мне принес лук. Еще тут стрелка одна чесночная. Сейчас это все то, что туда пойдет. Вот так вот картофелину на 4 части разрезаю молодую. И вот видите, прям такими дольками духовочку. Так, вот такой тазик у меня овощей получился. Что я делаю? Я солю. Нормально так солю. Мне надо, чтобы кабачок сок дал. Паприка у меня есть. К овощам очень хорошо. Вообще паприку люблю, чтобы она подкопченная. Так, есть приправа для шашлыка. Тут травки всякие. Я тоже люблю. Вот именно мясную какую-нибудь приправу добавить в овощи, которые будут запекаться. Так. Так, приправку. И вот привозили с юга мы набор перцев всяких разных. Они, знаете, там слоями такими красиво уложены в баночки. Так, и перец.
Сейчас я все это перемешиваю так прямо и поливаю обильно подсолнечным маслом. Вот так поливаю маслечком. Перемешиваю все и ставлю минут на 15. На 15 пусть это все промаринуется. Так, я еще обнаружила в холодильнике сельдерей черешковый. Листики все оборвала на салат. А вот это вот все тоже сюда к овощам. Вот здесь, видите, у меня строчковые. Чеснок и стрелка от лука. Сюда положу потом, когда оно все запечется, их просто уберу. Вот так пускай сок дадут и для запаха. И вот в этот большой противень глубокий я сейчас все выложу. Так, вот у меня противень. И я сюда все овощи вываливаю. Кабачок уже сок дал. Вообще. Такая красотень получилась. Сейчас мы все это отправим в духовочку запекаться. Конечно, вообще классно бы было еще потом сверху потереть сыром. Но у нас сыра, к сожалению, нету. Ну и так все очень вкусно. Так, запека ставлю вверх-вниз с конвекции. 180 градусов у меня. Я пока поставила на час. Запекаться будет час, через час посмотрю. Может быть, вытащу, может быть, еще дальше буду запекать. Аж запах такой. Ой, вкусно. Такая у нас вкуснятина получилась. А я буду перебирать ягодки. Это я привезла с дачи. Сейчас переберу, перетру с сахаром. У меня тут все в перемешку. Белая, красная. Сейчас я их рассортирую. Красная и вишня, и черная смородина. Сейчас все пересортирую. Что-то заморожу. Что-то перетру с сахаром. Всем пока. Всем хорошего настроения.